кисленькие плоды кактуса. И вот здесь уже плоды такие розовые, может быть, они уже поспели. Сейчас будем пробовать. Вот это все плоды, очень вкусные, съедобные. А вот еще и цветет. Главное, чтобы колючка не попалась. Добрый. Эти скалы, на которых я стою, имеют такую пористую структуру. Утром все ящерицы вылазят на пляж. Ранок суботи, 13 липня, ми проводимо на самому березі. Ночували серед оцих скель. Всю ніч кричали чайки, гавкали собачки. Але то не зашкодило нам виспатися на цьому прекрасному пісочку. Сніданок у нас рис, грибочки і смажене м'ясо. Сьогодні екватор. Рівно половина нашого пути. І зустрічаємо ми його ось тут, на самому узбережжі. Курортний город, в котором все вот эти здания, это есть апартаменты, которые сдаются отдыхающим. Так они на первой линии. Атмосфера, конечно, курортная. Океан рядышком. Вероятно, вне сезона здесь просто вымирает город. Потому что это все не жилые здания, это все апартаменты, которые сдаются. Миндаль так и просит, сорви меня. Раскрылся, только взять осталось орешек. Раз. Ну, есть у нас миндаль, но возьмем еще, ну, такой прямо просящийся. Он же полезный и вкусный. И дорогой. Вот такие веселенькие дома. Вернее, это не просто дома, это апартаменты, которые сдаются для отдыха. Целый квартал у самого океанчика. Совсем. Научилась,
Trazer-me o céu de Lisboa no desenho que fizesse. Nesse céu onde olhar é uma asa que não voa, desmorece e cai no mar. Подняться на смотровую площадку, а соблазнило нас вот что. На смотровую площадку есть эскалаторы. И мы сейчас такой цивилизованный способ попробуем посмотреть на этот город с высоты птичьего орлиного полета. Ну и вот уже на второй линии эскалатора мы поднялись довольно-таки высоко. Пляж, на котором только что мы купались, и город с высоты выглядит вот так. Белый цветок из камня. Ехали мы, ехали, и вдруг лежит сумка большая. Новая, причем на колесиках. И там было три вещи с бирками. Абсолютно новые. Абсолютно новые с бирками из магазина. Значит, такие моднявые штаны классные. Буду ехать в новом, в обновках и домой в Киев в самолете. В новых кроссовках белых. Наверное, в этих штанах как раз моего размерчика. Потом с бирками, вот такая вот маечка, бирка, я не знаю, как так можно было прошлёпать сумку. Где? Прекрасная майка. На мешок похоже, ну ладно, может маме понравится. Ну и еще один балахончик. Нет, почему? Красивая маечка с кружевами, мне нравится. Подкруженные трусики. Вот такие вдруг неожиданности бывают в Португалии. И что эта штука делает? Вот эта вот штука в очень престижном районе, в каком-то маленьком городке, заснимает, сколько человек за день и за месяц проезжает на велосипедах. Сегодня 369, а вообще за месяц 6679. Вот смотри, сейчас я проеду и будет 370. Среди сосен на какой-то нейтральной территории с видом на португальскую Кончо-Заспу с виллами. Здесь очень богатые виллы, иногда встречаются вот такие участки пустые, виллы там вдалеке. Твоя... тоже сейчас будет своя вилла маленькая, ну и...